В Белгородской области вспоминают Валерия Ганичева. Долгие годы он возглавлял Союз писателей России. Он инициатор проведения ежегодных ушаковских сборов, которые на этой неделе проходят в Белгородской области. А канонизация адмирала Федора Ушакова стала возможной во многом благодаря его усилиям. В Белгородском государственном литературном музее прошел вечер памяти Валерия Ганичева «Рос непобедимый». Его организовали в рамках одноименной выставки, на которой представлены фотографии, документы, награды, книги и личные вещи Валерия Николаевича. История жизни человека, который любил Россию, был миротворцем, был человеком большой идеи, большого дела, и человеком, который умел сплотить очень разных людей, разных народов и разных людей. В памятном вечере участвовали ушаковцы – молодежное патриотическое движение, организованное известным писателем. Писательский труд Валерий Ганичев совмещал с научными изысканиями и общественной деятельностью. Он всегда выступал за укрепление духовности России. Его не стало ровно год назад. Выставка памяти Валерия Ганичева работает до 10 августа.